Паспорта готовности к отопительному сезону торжественно вручили представителям городов и районов республики в управлении Ростехнадзора по Карачаево-Черкесии. Получению документа предшествовала серьезная работа. Мадина Каракетова подробнее. Паспорт готовности – это свидетельство того, что город или район хорошо поработали, а значит, у населения не будет проблем с теплом в домах. Министр строительства и ЖКХ Евгений Гордиенко отметил, что получению документа предшествовала серьезная работа. По окончанию отопительного периода принимается постановление правительства, в котором определяется ряд мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Там достаточно много мероприятий, это в том числе и подготовка и котельных, и тепловых пунктов, и теплотрасс. Замена частичная ветхих сетей, также промывка отопительных систем многоквартирных домов. Достаточно много мероприятий. Они только по прохождению всех указанных мероприятий выдаются паспорта готовности. Всю работу тщательно проверяли как на местном уровне, так и учреждения ЖКХ и Ростехнадзора. Представитель Зеленчукского района Петр Вильхов рассказывает, что проводилась ревизия систем отопления жилых домов, газового хозяйства, тепловых, канализационных, электрических сетей. Сложности при подготовке к отопительному сезону, естественно, были, но совместно со всеми службами, находящимися у нас в районе, мы постарались подготовиться в полном объеме. Начало отопительного сезона прошло удачно, и я думаю, что на сегодня дальнейшая наша работа до окончания отопительного сезона пройдет хорошо. В свою очередь, пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем жителям нашей республики хорошего отопительного сезона, чтобы жалоб не было и люди были довольны. В предстоящей зиме, по словам специалистов, готовы все муниципальные образования республики. Документ, подтверждающий это, вручался по результатам соответствия требованиям управления Ростехнадзора. И, как отметил министр строительства и ЖКХ, окончательную оценку этой работе дадут жители республики. Большая работа, огромная, была проведена для подготовки, но вместе с тем сложный период только начинается в отопительном сезоне. Поэтому хотелось бы, конечно, пожелать всем участвующим в этом процессе успехов и безаварийной работы. Ну и нам всем, наверное, пожелать теплой погоды, теплых квартир. Мадина Каракетова, Рашид Туков, Вести, Карачаево-Черкесия.